Виктор Нефедов рассказал о проблемах страхового рынка в России. По его словам, только 2% страховых компаний являются надежными. Остальные же стараются задерживать выплаты клиентам или любыми способами увиливать от них. На данный момент сумма задерживаемых страховых выплат в целом по стране составляет около 50 миллиардов рублей. Чтобы не быть обманутыми, Виктор Нефедов предлагает гражданам и юридическим лицам сотрудничать со страховыми брокерами. Уже 300 лет в мире существуют брокеры, и брокеры всегда защищают интересы своих клиентов, покупателей. На протяжении полутора часов Виктор Нефедов уверял немногочисленных участников семинара, что страховые брокеры являются панацеей от всевозможных неприятностей, возникающих у страхователей при общении с недобросовестными страховщиками.